Новорижское шоссе, поселок заблокированных домов. Можно назвать таунхаусы, можно заблокированные. Щелевой кирпич, утепление фасадным пенополистиролом по технологии церезит. Вот эти как бы дома в разной стадии готовности. Вот как они выглядят. Декоративная штукатурка, украшенная в объеме. Вот в работе коробка дома. Видите, конструктив, монолитный железобетон. Все как полагается. Вот конструктив. Видите. Вот еще интересно. Собственно, работы по утеплению отделки фасадов. Фасадный пенополистирол приклеивается при помощи клей-пены. Как видите, нотариус дома выполнена разбежка между листами. Пенополистирол ПП-16Ф, Мострой 31. Там человек готовит экструдированный пенополистирол на какие-то ставки. Он зашкуривает, готовит. Вот фасад почти готовый. Видите, тут дверь входная, лопа еще. Так что вот так вот. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До свидания, удачи.